Зима пришла неожиданно. Ну, бля, эти мудаки должны были посыпать под ледяными дождями. В России много чего должны. Уроды там, бля, вообще пиздец, сейчас стекло нахуй. Смотри, чтобы нас сзади никто не догнал, пошли, бля, посмотрим, что там. Там КамАЗ улетел. Сложная дорога. Можно за час, наверное, с Выборга до Питера доехать. О, смотри, смотри, смотри.
показываешь, ты перестраиваешься. Теперь вот так вот подрезать надо, да? Машина! Смотри, что он сделал с машиной. Он подрезал машину. Ну смотри, он ударил его. Он ударил его. Ты еще ебать, куда на? Ты что, ты еще ебаный, тварь? Ты что, едешь, б***ь? Козёл! Чё, охуенный с утра, что ли? Ну что, зря на человека наговариваю. Номер телефона оставил же. Сейчас я наберу. 56-25. Тормозило резко. Мать-то, блядь! Ты что, ленивый, блядь? Пиздец! Взял? Скажи. Ага. Ну. Вот, пиздец, смотри. Ёб твою. Вот, собрал. Да. Собрал. Ну, что делать-то, Ваня? Тут постгоне. Поймем, там постгоне есть. Тут живые, нет?